Информирующая фирма Петр Никитич, наконец-то! Здравствуйте, Зинаида Гавриловна! Здравствуйте! Сюда. Куда вы меня тащите? Нас стопочки сейчас пропустим, пропустите нас, будет горелый. Я для вас местечко держу. Потом поговорим, потом. Ну что, приступим? Вот примерно в таком духе. Поняла. А куда лучше подколоть, Лев Николаевич? В ногу или... Лучше или. Ну, можно и в ногу. Если обнаружите транслятора, крякните в этот манок. Или поднимите руку. Хотя нет, лучше цветок из букета. Я тоже к вам подойду, или вы ко мне. Все понятно? Понятно. Вы идете налево, я иду направо. Пошли? Пошли. Чушь собачья! Да для меня наш родной, блин, зачуханный леший тысячу раз дороже всех этих вампиров-урдалаков вместе взятых. Да. У нас газета почему называется «Родные ужасы»? Родные! Русские страшилки, страшилки! Ой! А вы что на запад коситесь, Петр Никитич? Ага. А я уверен, Василиса Гавриловна, что нельзя замыкаться в своей норе. Мы что, не цивилизованная страна? Почему мы не можем, так сказать, привлекать чужой, пусть даже зарубежный опыт? Ведь это интересно. А если это интересно, то позвольте с вами не согласиться. Космополит! Космополит, Петр Никитич! Ничего подобного! У вас нет чувства Родины. Чем нас могут удивить тамошние аномалии? Ну, между прочим, там все то же самое, что и у нас. Они умеют это красиво подать. Вот именно! Да наши родные ужасы, они же смачнее! Они дрянее! А как же, а у них на поток! Все на поток поставлено! Ой! Русский человек, русский, талантлив во всем, талантлив везде во всем. Ну, знаете, это уже какой-то квасной патриотизм. Нет. Ой. Простите, Петр Никитич. Однако. Я вас не узнал. Это наш журналист-исследователь Лев Венедиктов. А это всем известная Василиса Гавриловна Громова, главный редактор газеты «Родные ужасы». Очень приятно. Извините, пожалуйста.
Во, Смирнов, он сегодня ночью дежурил. Точно. Тихо. Мы его нашли. Теперь остается ждать трейлера из Литвы.